Погода по-прежнему замечательная. Там у меня на фоне, на спине. Это не декорация, это море весеннее в Анапе. Расскажу еще про один захват. Это Гар Гриб, дача Сейка. Предназначен он также для захвата рыбы. В чем удобство и отличие от шимановского, то он идет с чехлом. То есть это вот такие, как ножницы, захват. Мы берем и на поясе вешаем. То есть, ну, примерно так вот. Вот сам захват можно на пояс вот так повесить, карабином. То есть, когда ловишь, рыбу взял, так, ну, обычно спиннинг перекладываешь вот так. То есть, либо подвешивается он еще не на петлю карабином. То есть, а есть вот такое приспособление и вешается прям за пояс. Ну, например, вот так. Заводим его. Вот он у нас за поясом. Также легко вытаскивается. Берем рыбу. Сейчас поближе немножко покажу его. Расскажу. Теперь немного поближе. Такой девайс, аксессуар, захват для рыбы, Гар Гриб, производитель дачи Сейка. MC Custom обозначает, что серия с кастомизацией. Три цвета там идет. Значит, крепление, как и показывал, свободный подвес на ремень, на хлястик можно, либо жесткий подвес на ремень вот этой частью. Чем отличается от ранее показанного шимановского Гриб? Он, ну, форма исполнения другая, это как ножницы, захватывает рыбу отлично, ну, удобней тем, что все равно здесь чешуя какая-то остается, и когда ты вешаешь на пояс или куда-то, ты не пачкаешь руки, не приходится потом отмываться, очищаться, потому что на рыбалку ходим не ради того, чтобы рыбы набить сида, а отдохнуть, сделать это комфортно, с удовольствием, с удобными приспособлениями, хорошими снастями, просто получить наслаждение после тяжелого дня. Встаешь рано утром или поздно вечерком и отдыхаешь. Удобный такой предмет, пластик, производитель японец, произведено, посмотрю, где, быстрее всего в Китае. Логотипчик для красоты наклеил, чтобы могли отличать мои обзоры от других, что это действительно поймал рыбу я, а не кого-то там попросил, чтобы сфотографироваться. Вот такой удобный аксессуар. Погода замечательная, море прям отгоняет, волна. Если рыбу в кадре увидите, это постановочная рыба, это неправда. Она сейчас не ловится. Это для того, чтобы вы увидели, как я им держу рыбу. Не один я таким пользуюсь, у ребят, у многих на побережье, у нас конкретно в Анапе, увидите в пользовании такие гар-грипы. Удобный аксессуар, рекомендую. Ссылку как оставлю ниже в описании.